Климат, и люди должны были к этому привыкнуть. Поэтому и в характере людей, конечно, есть вот эта острота, эта возможность борьбы со стихией. И в ответе на это питание, również budownictwo musiało się dostosować do tych warunków ciężkich. Jeżeli było dużo śniegu w zimie, dachy płaskie by nie wytrzymały, zawaliłyby się. Wszystkie szałasy i domy musiały być budowane ostro, żeby ten śnieg zjeżdżał z dachu. И отвечая на вопрос Костикова, когда вот есть вот такой микроклимат, когда вам может выпасть огромное количество снега, и любой, обычная крыша, она завалится под тяжестью этого снега. Кроме того, если ливневки сделать неправильные, то тоже вода затопит. И поэтому архитектурное решение именно вот эти острые шпили. Czasem w zimie, gdy tu się jedzie, bo też mówiliście, że było minus 16 stopni, coś jest często, minus 15-20, grudzień, styczeń, luty. Natomiast też śniegu czasem, nawet w tych miejscowościach wyżej położonych, to jadąc drogą, to jest około 2-3 metry śniegu. Tyle śniegu jest wzdłuż. Даже в наше время, когда климат как бы изменился, вы приезжая сюда, спокойно можете попасть в минус 16-20 и больше градусов. Мы не будем, конечно, равняться с нашими друзьями якутами, которые там на дальнем плане. Но тем не менее, вы можете, кроме вот этой погоды минусовых температур, встретить огромное количество снега. Во-первых, этот снег в этих, ярах, в горах, он 2-3 метра, заносы такие снежные. Поэтому еще раз, это подчеркивает достаточно такой оригинальный климат. И та архитектура, и то будовництво мусило быть достосовано, чтобы там снег ссыпывался, сплывал по тем даху и не шкодил тем будинкам. Dlatego то будовництво, те сильные крокви и те древняные właśnie дахи, чи гонтом, чи блахом dzisiaj кryте, ten śnieg spływał bezpiecznie, dom przez lata służył i nie zawalił się pod ciężarem śniegu. Także. No, вы поняли, что решение это было именно вот такая архитектура. То есть люди использовали эти архитектурные решения в борьбе со стихией. Снегом, дождем, бурей. Прошу вас, завершите. Смело пытайте. Если хотите запытать. Да. Еще самый важный момент. Отверам. Trzecie Mistrzostwa Międzynarodowe Warcabów w Białymstoku.